are coming. 'Tis the season. Watch out. Look around. Something's coming. Coming to town. Coming to your town. Always Coca-Cola. Coming to your town. Something magic. In the night. Can you see it? Shining bright. Какой Новый год без оливье? Конечно, все знают этот салат и готовят его по-своему. Я решила показать свой вариант приготовления. Сегодня впервые пробую делать его с куриной грудкой и с добавлением зеленого лука. Самый любимый вариант для нашей семьи – это с вареной колбасой, именно с ним. Но сегодня исключение. И для приготовления салата я взяла 5 вареных картошек, 6 вареных яиц, пару морковок, добавлю среднюю луковицу и немного зеленого лука. Мы любим лук. Огурчики. Обычно я беру соленые бочковые, но их у меня не было. Маринованные тоже подойдут. Заправлять свою кастрюльку оливье буду обыкновенным майонезом. Также добавлю консервированный горошек. И как я уже сказала, сегодня это будет куриная грудка. Я ее не варила, а запекла в фольге, в собственном соку. Чтобы она не была пересушенная, я готовила ее при температуре 200 градусов 20 минут. Затем выключила духовку и оставила грудку доходить в теплой духовке минут 40. Нарезаю картофель кубиком. Резать овощи можно в любом порядке, все равно потом все перемешиваем. Вот такого размера кубики у меня. Вареную морковь также режу кубиками. Луковицу кубиками. Тут главное не зареветь. Измельчу зеленый лук. Его я добавляю впервые. Яйца тоже кубиками. Наша кастрюлька постепенно заполняется. Порежу огурцы. У меня корнишоны. У более крупных я отрезаю попки, а мелкие измельчаю прямо так. Для начала порежу одну куриную грудку. Думаю, должно хватить. Она получилась нежнейшая и не пересушенная. У меня толстоватый нож, он рвет мясо. Попробую порезать более тонким ножом. У меня есть филейный ножик, попробую им. Ну вот, так гораздо лучше. Осталось открыть горошек и слить с него рассол.
Теперь возьму большую ложку и аккуратно все перемешаю. Заодно я смотрю, не нужно ли чего добавить. Я решила дорезать оставшуюся половину грудки. Наш салат готов. Я его не заправляю, так он дольше простоит в холодильнике. А каждый сам себе уже добавит майонеза по вкусу в тарелке. Я не солю овощи и мясо совсем, так как майонез и огурцы дают соль. Но если кому нужно, всегда можно досолить уже в тарелке. Салат с куриной грудкой и зеленым луком мне понравился. Он получился очень нежным и вкусным. Но муж все равно просит классику. Для него нет ничего лучше вареной колбасы в оливье. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Оставайтесь сытыми и здоровыми. И ни за что не грустите. Если видео понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал.